Во время карманной кражи в стамбульском аэропорту Сабиха Гёкчон был задержан азербайджанский вор в законе Ариф Мехтиев, более известный как Ариф Сумгаицкий, сообщают азербайджанские средства массовой информации. Мехтиев был допрошен в отделении полиции и после получения объяснений отпущен. Он родился 25 февраля 1961 года в селе Гейчай, был коронован еще в 1989 и является представителем старейшей воровской школы. На одном из судебных заседаний он с гордостью заявил, что его профессия – карманные кражи, поэтому он настоящий вор, как Владимир Бабушкин, более известный как Вася Бриллиант.